Сдача территории, отказ от планов вступать в НАТО и нейтральный статус Украины в обмен на прекращение огня и переговоры. Владимир Путин хочет, чтобы война, которую он развязал, завершилась на его условиях. В Киеве их назвали стандартным набором агрессора. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Это очередной ультиматум, не отличающийся от предыдущих, заявил Владимир Зеленский. В МИД Украины считают, что это информационный вброс в попытке сорвать мирный саммит, который пройдет в Швейцарии на выходных и на который Россию не позвали.